Если вы сделаете правильно и пока не попадаете, это нормально. Понимаете? У вас не должно быть такого чувства. Не успеваю отводить, поэтому не буду промахнуть по мячу. Это ошибка. Самая важная ошибка, самая главная, которая не дает тебе вырасти. Понимаешь? Что это за удар? Вот такой должен быть удар. Вот ты отвела ручку и быстро бросила ее вперед. Я говорю, было такое ощущение, что ты не успеваешь ничего сделать. Надо вот перебарывать, быстро делать движение. Все, чуть-чуть, рано закрыл. Опять. Ну еще и на отвале. На отвалился, да. Быстрее, быстрее! Я кину на свет. Рано прыгнула. Кинул, в целом нормально, я... Локоть. Нет, локтя. У вас рука идет, так что не бьется. Как бы ты более высок. Хорошо, Илья, очень. Тащи, домой, не тащи. Не дай, не говори. Перебежал. Не перебежал, ты рано пошел. Пойдет, пить не попало. Движение хорошее. Рукой. Есть мячик один. Вот такой рукой. Я на приземление уже опаздываю. Пошел, ну, в смысле, да.